那个白豆子里边那不有好个小包吗？Полна коробочка. Один час работы на китайском рынке, и в автобусе практически не осталось свободных мест. Для торговцев из Поднебесной рабочий день начался с визита сотрудников миграционной службы и органов внутренних дел. Чтобы нарушители не смогли скрыться, участники рейда предприняли меры. Первое, это у нас что происходит, оцепление данной территории. После этого заходят сотрудники полиции, начинают проверку соблюдения паспортного режима. При выявлении нарушений либо при отсутствии документов граждан доставляется в дежурную часть отдела полиции. Специальность есть какая-то у вас? Образование? Я вот так не знаю. В полицию доставили несколько десятков мигрантов. Задержанных дактилоскопируют и берут пробы на анализы ДНК. Таким образом, их проверяют на причастность к совершению преступлений. Пока выявили лишь нарушителей административного законодательства. Люди законно пересекли границу России, но своевременно не встали на учет. Операция «Нелегал» продолжалась в течение недели на многих объектах торговли. У нас было проверено 1700 иностранных граждан. Из них выявлено нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории города Перми. 29 нарушений. По всем этим нарушениям составлены административный материал. Было обнаружено 8 граждан, которые незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. То есть на территории города Перми находятся незаконно. Нарушители паспортно-визового режима должны оплатить штраф. Им дан срок на устранение имеющихся нарушений. В отношении 22 нелегалов оформляются документы на выдворение за пределы страны. Следующие рейды планируется провести на объектах строительства. Елена Иговцева, телевизионная служба новостей.